Пока что ваших ответов. В общем, начинаем сегодня нашу трансляцию. У нас сегодня седьмой урок. Он будет посвящен теме слитной артикли. У нас есть несколько следных артиклев. Сегодня будет один из. Совсем короткий урок. Угу. Здорово, молодцы. Начинаем. Я сначала вам расскажу, что такое следный артикль. Вы, в принципе, наверное, уже слышали об этом, что такое слитный по названию, понятно, что слитный артикль, когда что-то сливается. И увидим с вами, что у нас может сливаться в французском языке. Это предлог «а» с определенными артиклями, двумя только, мужского рода и множественного числа, и «д» с этими же артиклями, «le» и и предлог д также может сливаться с позитивными артиклями «du», до de la del idée. Скажите, пожалуйста, вот это все знают или что-то новенькое для вас? Что такое? Если все это вам понятно, то здорово. Мы сегодня с вами будем проходить то, что у нас по цифрка 1. То есть только а с двумя предлогами. Следующий урок у нас будет посвящен с двумя, пардон, артиклями. И третий урок будет посвящен до с артиклями партитивными. А четвертый урок будет посвящен тому, как вообще, то есть все артикли вместе и будут те артикли для которые, например, женского рода не сливаются, но тоже они там будут, чтобы ваше внимание тренировать. То есть четыре урока у нас с вами будет посвящено артиклям. Все, вы молодцы, все слышали, все видели. И давайте начнем, как они сливаются. Вот только первый номер. А плюс Л становится О. А плюс Л становится О. На произношении оба эти артикли звучат одинаково. Но когда мы пишем, они различаются. Вот, то есть x – это показатель множественного числа. Скажите, пожалуйста, запомнили? Урок действительно очень маленький и легкий. И тут немного нужно запоминать. Но сейчас мы с вами увидим много таких глаголов, после которых как раз-таки у нас и требуется предлог А. Поэтому здесь будет часть запоминания. А что касается артиклей, мне кажется, это несложно. Но нужно действительно знать, после какого предлога, после какого глагола у нас будет предлог А. Во французском языке вы встречаете глагол. Желательно, конечно, сразу его учить со всеми его управлениями. То есть, например, написать что-то кому-то, écrire quelque chose à quelqu'un, попросить кого-то сделать что-то, demander à quelqu'un de faire quelque chose и так далее. Давайте посмотрим примеры. Давайте я вам даю две минутки, вы пишете вот эти вот примеры, как у нас здесь получится. Это совсем что-то легкое, но все равно. Прям в чат пишите, у вас есть две минуты. Ализий как у нас что будет. Кто быстро печатает, может прямо все предложения сразу полностью написать. Da, uh -huh. Davate, takda, ja Alors, la première phrase, c'est parler au professeur. Voilà, A plus le, ça va devenir «au». Il s'adresse aux gens. Voilà. Vous aidez aux préparations. Vous répétez après moi parce qu'on travaille aussi l'accent. Nous nous décidons au voyage. Non, c'est pas beau. Attendez, c'est pas beau, je vais écrire plus beau. Voilà, au voyage. Alors on répète encore une fois. Je pars le professeur, il s'adresse aux gens. Vous aidez aux préparations. Nous nous aidons au voyage. Dites-moi s'il vous plaît Comment on traduit ces phrases? Скажите, пожалуйста, как эти фразы переводятся? Есть ли для вас какие-то сложные фразы? Я думаю, что, например, первая точно всем понятна, а остальные три переведите, пожалуйста. Voilà, tout le monde écrit correctement. Vous travaillez super bien. Давайте переведем. Что тут хочется сказать? Всегда такие вот небольшие уточнения, что здесь, конечно же, с конкретным преподавателем, с конкретными людьми, конкретные приготовления, конкретные путешествия. Мы сейчас грамматически просто формы с вами запоминаем, о смысле, почему здесь определенный артикль мы не говорим, но в принципе уже должны осознавать. То есть тут может быть, он говорит с каким-то преподавателем, там точно так же будет и un professeur», где, например, твой друг Паша. Да он с каким-то преподавателем там говорит, там, конечно же, будет а professeur». Но слитный артикль у нас с неопределенным не получается, только с определенным мужского рода или множественного числа. Это запомните. Аллера, пока жду ваших переводов, уже начну на всякий случай. То есть он говорит с тем самым преподавателем, со своим преподавателем, если преподаватель один в классе. Дальше он обращается к людям. Не вообще к людям, а вот, например, там толпа какая-то стоит, он к ним обращается. Вы помогаете в приготовлениях. Ну, о чем-то конкретном идет речь. Приготовление к Олимпийским играм, приготовление к какому-то празднику, приготовление к дню рождения. То есть конкретные приготовления, поэтому здесь мы с вами видим предлог, пардон, артикле. Дальше. Ну, ну, десидон о вояж, мы решаемся на путешествие. Именно решаемся, это глагол se décider». Это не решать что-то, потому что даже у глагола решать там другое управление. Например, «десиде de faire quelque chose, это решить сделать что-то, а решиться на что-то это и в русском, и во французском другой предлог. Это а, значит, путешествие какое-то может быть далекое, может быть опасное, может быть долгое то есть на то, что нужно решиться. Обычное путешествие там особенно не может быть дорогое путешествие, то есть то, что требует именно каких-то более uh, больших усилий. Валя, voilà. скажите, пожалуйста, от, од... от 1 до 100 оцените, насколько хорошо вы поняли вот эту тему. И мы переходим дальше уже к глаголам. Видите, тут у нас parler à, s'adresser à, aider à, se décider à. То есть говорить с кем-то, обращаться к кому-то, помогать в чем-то, решаться на что-то. В русском это вообще все разные предлоги. Мы сейчас с вами видим много глаголов. Я там даже их не уместила на один слайд после которых как раз-таки у нас есть предлог этот «а». от одного до ста оцените свои, свое понимание этой темы. И пока жду. Я надеюсь, что вы все сидите, никто не испугается этой большой картиночки. Угу, молодцы. Смотрим. Сейчас я прочту эти глаголы, и вы повторяете за мной, и дальше переведем их. Не волнуйтесь, весь перевод еще будет у вас на платформе, вы сможете это пересмотреть. а а привыкнуть, свыкнуться с чем-то или с кем-то. Сабитюэ привыкнуть. То есть кутюм это слово немножко более такое устаревшее, и поэтому я перевела его как свыкнуться, а сабитюэ просто привыкнуть. Эде а помочь в чем-то. Апрандра а кого-то чему-то учить. Например, j'apprends aux élèves le féminin. Я учу учеников женскому роду, образованию женского рода. S'attendre à quelque chose, ожидать чего-то. Consentir à quelque chose, соглашаться на что-то. Consister à quelque chose, состоять в чем то Например, проблема состоит в чем то Или задача состоит в чем то Дальше. Все, desidé a chose, решаться на что-то. Обратите внимание, есть отличие от глагола desidé de faire quelque chose, как и в русском. Решить что-то сделать или решаться, это немножко разные глаголы и разные предлоги, соответственно. Encourage a quelque chose, к чему-то мотивировать, да, давать вот этот кураж, чтобы человек дальше какое-то действие выполнял. Дальше. Сангиаже келькушос ⁇ брать ответственность, подписываться на что-то. Паусе или акелькю ⁇ думать о ком-то или о чем-то, иметь вот этот процесс в голове. Не мнение иметь, потому что иметь мнение о чем-то ⁇ это полсе де. А здесь именно процесс ⁇ я думаю о моей жизни ⁇ же паус о или ⁇ же паус о думаю о работе сейчас, да, не мешай мне, у меня, например, сложный проект ⁇ Дальше. Жуэ а Играть во что-то. Здесь имеется в виду игра. Потому что также у глагола жуэ есть две возможности предлогов. Жуэ а и жуэ дэ. Жуэ а – это игра, например, о кяхта или спорт какой-то, о футбола, о тенниса. И жуэ дэ – это музыкальный инструмент, мы увидим это в следующем уроке. Суметра а за? приняться за что-то. Например, on va se mettre au travail. Давай примемся за работу. Obligé à quelque chose, принуждать кого-то к чему-то. Persister à quelque chose, настаивать на чем то Pousser à quelque chose, кого-то толкать к чему-то, к какому-то действию. Se résoudre à quelque chose, тоже прийти к какому-то решению и решиться на что-то. Forcer à quelque chose, кого-то усилием каким-то тоже к какому-то действию призывать, форсе, даже, например, ну, к работе тоже, travail, или каким-то действиям. Se préparer à quelque chose – это готовиться к чему-то. Inciter à quelque chose, это кого-то к чему-то подстрекать, побуждать. Renoncer à quelque chose, отрекаться от чего-то. Servir à quelque chose – служить чему-то. Например, à quoi ça sert, чему это служит, то есть для чего этот предмет – Сонже quelque шоуза ⁇ это мечтать о чем-то, тонир окельку шоуза ⁇ это дорожить чем-то, ПАРВЮНИР окельку шоуза ⁇ к чему-то прийти, что-то удалось сделать. И здесь, когда мы употребляем глагол ПАРВЮНИР, мы понимаем, что была какая-то сложность. Это, это было сначала не очень реально. Дальше, кудане окельку шоуза ⁇ это кого-то к чему-то приговаривать например, к какому-то сроку, например, к наказанию, к смерти и так далее. Кондане умага, И дальше, смотрите, я здесь пометила вот это вот «у». Это значит вопрос, куда и где, если во французском можно задать, то это тоже будет вот это э, с предлогом «а». Да? То есть, например, просто глагол «амне» это привести например привести дорога ведет к тупику это «амны а, мне, а то есть куда ведет дорога или например сопляке а применяться где в чем применяется например сопляке а тут реглю», да? применяется ко всем правилам или упражняться в чем-то, испытывать себя в чем-то. Опять же, в чем-то где. То есть я тут не стала этот большой список писать, чтобы вам было действительно легче, и вы, если можете задать этот вопрос, где-куда, то тогда сразу с легкостью и ставьте вот этот предлог А, и если там будет определенный артикль мужского рода или множественного числа значит, вы еще делаете вот этот слитный артикль. И мы можем использовать даже в других конструкциях, не только в этой, когда у нас предлог «а» встречается. Вот здесь вот глаголы мы с вами встретили, но есть и другие. То есть вот этот слитный артикль тем будет актуальна всегда. Например, во французском языке какое-то блюдо с чем-то, мы не говорим век, а мы употребляем как раз-таки предлог «а». И, например, предлог, ой, пардон, пирог с яблоками во французском это будет «une tarte pomme», «une tarte au chocolat» с шоколадом и так далее. То есть вы это можете увидеть. И еще, например, кто-то что-то на себе вот несет, какую-то ну, часть гардероба, и, например, Девочка в красной или что у нас, черной шапке это, наверное, я вот э, на, это, на эту картинку посмотрела. То мы можем сказать не авек, а век, если бы у нее была в руках ее шапка, да, ее шляпа. А если она у нее на голове надета, мы говорим: инфие шапо noir». Это тоже уровень B1, и выше вы это будете видеть. Дальше смотрим, что у нас есть как раз-таки упражнение. У вас одна минутка, чтобы это сделать а потом будет ваша задача выучивать эти глаголы. Следующий урок у нас будет посвящен уже «д», и там будут другие глаголы. Так что, кстати, те, кто будет делать это на платформе в своем ритме, лучше, конечно, между этими двумя уроками сделать паузу больше, поскольку надо, чтобы все уложилось. Оставляю вас на две минутки, делайте это упражнение и закончим этот урок. Да, вы молодцы, быстро сделали. Тут не сложно. Сложность состоит в том, чтобы запомнить, с какими глаголами это нужно делать. А сами-то э, следный артикли, я думаю, что у вас без проблем будет. Уже с до кстати, сложнее. Mais bon, ils sont prêts au départ. Они готовы к отъезду. Je me suis habituée au film d'horreur. Я привык к фильмам ужасов. Vous jouez... Pardon, «vous jouez» здесь «z» на конце. Vous jouez au tennis... И киву за пусы у Крима. «Ки за пусы у Крима тут вот так будет. Аллера, Сергюпля, скажите, пожалуйста, насколько хорошо вам понятна эта тема? То есть тема состоит в том, как у нас предлог А, вот сегодняшнего дня, сливается с артиклем определенного мужского рода и с артиклем множественного числа определенными, оба определенные. И ваша задача выучить сочетания, глаголы, после которых у нас как раз-таки этот предлог «а» есть, потому что мы сами, если этого не знаем, никогда не догадаемся, что там это нужно сделать. То есть глаголов у вас достаточно много, и вот это основная сложность. Voilà. Да, Софи правильно написала, у фильму «Теннис и крима». Да. Если эти глаголы, Северина, ваш вопрос, если эти глаголы используются в связке с предлогом «а», то смысл меняется. Нет, это не «если» их использовать, а они должны быть использованы с предлогом «а». Так как наша тема сегодня – это слитные артикли с предлогом «а», я вам дала глаголы, после которых нужно использовать предлог «а». Но вы должны их немножко дифференцировать, потому что есть глаголы, после которых нужно использовать «а», но дальше «инфинитив», а есть глаголы, после которых нужно использовать «а» и дальше существительные. И нас как раз таки вот эти глаголы с существительными интересуют, потому что в контексте нашей темы, так как мы учим слитные артикли, только они для нас являются актуальными. Скажите, пожалуйста, от 1 до 100, насколько хорошо понятна эта тема? Если вот те, кто написал 30-40%, 60% глаголов, но ну, приблизительно 20% значит новых глаголов вы должны выучить. У кого 30% было, пусть у вас будет 50% уже, то есть вот совсем чуть-чуть выучите из того списка. У кого 40%, значит выучивайте 60% и так далее. На платформе там будет чуть побольше все это написано, и с переводом из примеров, просто здесь не хватает места вот, на одном слайде. И тогда на этом все. У нас с вами будет следующий урок, похож на это, только теперь все будет с д и с артиклями Ле и Ле. Все, увидимся с вами очень-очень скоро. Au